До 7 января 2021 года на смену КСК должны прийти объединения собственников имущества. Плюсы от перехода на другую форму управления объектами кондоминиума есть. Самое главное, собственники квартир будут распоряжаться жилыми домами сами. Сколько сейчас ОСИ создано в Павлодаре, узнала Валерия Степчук. В декабре прошлого года были внесены изменения в законодательство о жилищных отношениях. Новшество заключается в переходе на новые формы правления, объединение собственников имущества с созданием юридического лица и простое товарищество без создания юридического лица. Первое подразумевает совет дома с избранием председателя ревизионной комиссии. Второе представляет собой всех собственников квартир, выдающих простую доверенность на управление домом доверенному лицу. Здесь, значит, при простом товариществе. Они работают на основании коллективного договора о сотрудничестве, то есть жители несут такую же коллективную ответственность, как и доверенное лицо. На сегодняшний день 4 у нас в России в городе функционируют и создано два простых товарищества. В этом году из-за эпидемиологической ситуации не удастся охватить все дома Павлодара. По словам заместителя руководителя жилищной инспекции, сроки перехода на одну из форм, скорее всего, передвинутся. Валерия Степчук, Ниязбек Смагулов, Ертыс Ахпарат.